Новогодние праздники выдались пожароопасными. За первую неделю года в регионе произошло 33 возгорания, 5 человек погибли, двое получили травмы. Причина большинства ЧП, по данным спасателей, неосторожное обращение с огнем. В этом году серьезных происшествий и травм от взрывов пиротехники удалось избежать. На месте массовых запусков салюта дежурили пожарные расчеты. Сотрудники МЧС предупреждают, в период понижения температуры увеличивается количество пожаров из-за нагрузки на электросети и отопительные системы. Жителям областного центра необходимо соблюдать правила пользования техническими и обогревательными приборами. В период с 25 декабря по 15 января по решению губернатора службы МЧС приведены в режим повышенной готовности. Советы тут только одни. Максимально утеплять помещение, максимально проверять перед всеми отопительными сезонами, и даже уже в ходе отопительных сезонов, печи, дымоходы. Обращать внимание на состояние электрических сетей, потому что при проведении подворовых обходов, а подворовые обходы мы увеличили в эти праздники процентов на 20, больше, чем в прошлый год, аналогичный период прошлого года. Тем не менее, такие случаи все равно имеются. В одну розетку втыкают 2-3 удлинителя, 2-3 тройника, в эти тройники втыкают, соответственно, обогреватели, которые не выдерживают.